Всем привет, друзья, и сегодня я построю бункер. Так, друзья, но, естественно, бункер будет просто углубляться, друзья, вниз. Он не будет никаким там скрытным, просто это бункер, да, друзья, защищенный от взрывов и от наводнений, ну и от всех там бедств, да. Сначала надо прокопать дыру. Так, друзья, вот, значит, я вырыл яму, так, на целых 5 блоков, да, друзья. И значит, мы сейчас должны стены поставить всем железом, да, друзья. Ну и вот, друзья, вот так у нас, значит, уже получается. И, друзья, мы сначала делаем вход. Ну, чтобы входить в этот бункер, нам нужно сделать вход, да. Теперь мы делаем вот так. Здесь все закрываем. Оставляем только одну дырку. Ну, а потом делаем вот так, друзья. Купол, да, точнее сказать, делаем просто купол. Так, так, вот так у нас уже и получилось, да. Здесь остается вот так сделать, и все. А потом сюда мы железную дверь сейчас поставим, и здесь обустроим спуск вниз. Так, друзья, значит, вот, берем, значит, дверь железную, также ставим кнопку сюда наверх и заходим. Так, кнопку сюда же ставим также. Так, сейчас, значит, я быстренько пол сделаю. Так, друзья, как вы знаете, то, что гладкий камень мало взрывается. Да. Ну, просто попробуйте тяните, поджечь и взорвать гладкий камень. Он или взорвется, один блок взорвется, или вообще не взорвется, да, друзья. Так, ну ладно. Дальше мы ставим, знаете, друзья, вот такой люк. Да. Так, кнопку, наверное, где-нибудь... так, не-не. Лучше люк, наверное, сделать как-то... Да, друзья, вот такой, значит, у нас люк будет. Кнопка, естественно, для люка, чтобы так запрыгивать. А, стоп, а как я? А как я? Так, ладно. И кнопку, друзья, тогда вот сюда поставим еще, чтобы можно было и оттуда, и вот здесь открывать. Так, дальше, естественно, нам нужны строительные леса. Чтобы спускаться как на лифте, друзья. Да, вот так берем. То наверх, то вниз. Наверх, вниз, наверх, вниз. Ладно. Вот уже получается прикольный бункер с автоматическим лифтом. Ну, точнее, с этими лесами. Так, друзья, вот я, значит, сделал уже... Ну, как сказать, не сделал. Я вот делаю уже комнату, да, друзья, для бункера. Вот комната, значит, значит, так, раз, два, три, четыре, семь блоков сюда. В длину, а в ширину, так, ну я 4 блока туда. Так, друзья, ну вот, значит, я построил вот такую комнату. Ну и сейчас, естественно, мы будем обустраивать целый бункер. Так, друзья, ну естественно, надо еще бункер защитить попрочнее, да, друзья, чтобы ни одна взрывчатка просто не могла наш бункер уничтожить. Да, поэтому мы укрепляем вот, вот таким способом, друзья. Да. Все, друзья, вот получилось как-то странно, но все же укрепленно и мощно, да, друзья. Так, все, вот если вот так сделать, то, друзья, вот еще лучше, да, друзья. Вот мы укрепили уже сам бункер, ну, вход в бункер. Так, друзья, ну что ж, теперь пора обустраивать все прямо в бункере. Так, друзья, ну здесь в основном ничего не надо обустраивать. Здесь всего лишь надо свет провести. Все, друзья. Ну, чтобы, когда заходишь такой резко, такой, включаешь кнопку, ну, точнее, нажимаешь и быстро залазишь. Здесь в основном, друзья, ничего не понадобится, да. Здесь главное успеть спастись. Так, друзья, ну что ж, сейчас, значит, фонарики здесь добавим. Вот, ставим вот так фонарик, так. Так, 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 значит, камень нам нужен гладкий. Так, друзья, вот, значит, ставим сюда вот такое белое стекло, да, по интерьеру, естественно. Так, сюда еще, так, гладкий камень, сюда и вот так. Ну вот, друзья, вот уже свет почти сделан, так, здесь, ага, ничего не понадобится. Так, здесь, друзья, так же делаем, как и вон там. Так, друзья, вот я и здесь тоже самое свет провел, так. Ну что ж, теперь пора обустраивать весь бункер. Но сначала, друзья, мы сделаем один трюк. Так, сначала, друзья, рычаг сюда ставим. Потом ставим сюда дверь. Так.
Кнопка будет, допустим, наверху, друзья. Так, заходим. Дальше также мы делаем вот здесь сюда дверь, ставим. И вот сюда кнопку. Все, друзья, когда мы вот, допустим, вот заходим через кнопку, и все. Рычаг нажимаем. И вот, друзья, у нас сразу две двери открываются. Рычаг закрываем, и все, друзья. И таким способом вы можете легко переходить то в другую сторону бункера, то в эту, да. Ну а здесь, я бы сказал, можно сказать, просто склад какой-нибудь. Да, сейчас я возьму все, что нам понадобится для склада. Так, друзья, значит, я взял вот сундуки, значит, да. Так, сундуки, допустим, можно так, куда вас разместить? О, все придумал, чтобы было все симметрично. Сундуки, друзья, мы сюда размещаем, значит, вот таким способом. Все, друзья, здесь сундуки, значит. Бочки, допустим, ставим вот как-нибудь вот так. Сюда то же самое бочку поставим, вот. Вот, друзья, все вот сюда то же самое, так. Сейчас попробую как-нибудь так. Ай, без разницы, друзья. Как бы вот так про сундук. Ой, какой сундук. Бочку так размещаете, и все, друзья. У вас место вообще будет навалом. Так, вот, друзья, значит, вот здесь будут много бочек. То, что вы здесь можете много чего сюда разместить. И сундуки, да, друзья. Ну, мне кажется, все, мы, друзья, здесь все разместили. Да, поэтому, друзья, пошлите в другую комнату. Теперь здесь будем все обустраивать. Так, друзья, вот, значит, сейчас я взял все самое необходимое для этой комнаты, да, друзья. А что если сделать вот таким способом? Так, так, и вот так. И еще вот сюда. Так. Ну, нормально, друзья. Вот это, значит, убираем. Все, друзья. Ставим, значит, каждому сундук. Да, вот это, наверное, будет общий сундук. Так, дальше, друзья, допустим, верстак надо поставить. Печку. Я, друзья, сначала думал, то, что, ну, как бы будет многовато места. Но все же не так оказалось. Так, сюда две печки. Дальше, друзья, мы можем, кстати, реально, сюда две печки засунуть. Так, верстак, кузнечный верстак, и вот сюда, еще вот так. Ну, ладно, друзья, картографический стол, ну, виден, друзья, да. Ну, и, естественно, можно картину какую-нибудь повесить, я не зря брал картины. Так, сюда, вот так повесим, чтобы все было красиво, чтобы жители там, допустим, или игроки не испугались. Ну, уютно, друзья. Вот теперь это похоже на настоящий бункер, да. Ну и можно просто вот сюда сундук поставить, да, друзья. Чтобы, допустим, здесь хранить общие припасы или веси, да, друзья. Вот такой, у нас получился бункер, да, друзья. Вот такой, друзья, значит, получился бункер. Он, конечно, углубляется еще там пониже. Но мне кажется, он выдержит все. И цунами, и взрывы, и криперов, да, друзья. Так, друзья, ну что ж, не забывайте подписываться на меня, ну и, конечно, ставить свои лайки. Ну а сегодня я вот построил бункер, да, друзья. Надеюсь, он точно все выдержит, вот прям максимум все. Ну, как я знаю, то, что он точно взрывы выдержит, да. Ну ладно, всем удачи и всем пока.